Всем привет! Сегодня я сделала вот такой домашний творог из кислого молока. Как делать творог, у меня есть видео, можете смотреть. Поставлю ссылочку снизу. По этому случаю решила сделать сегодня сочни. Это такая вкусная выпечка. Для теста мне необходимо 210 грамм муки, 100 грамм масла, 50 грамм сахара, 1 чайная ложка соды, 1 пачечка ванилина, желток 1 яйца и щепотка соли. Для начинки мне необходимо 200 грамм творога, 30 грамм муки или 2 столовых ложки, 1 пачка ванилина, 40 грамм сахара, 20 грамм крема фреш или свежей сметаны и белок 1 яйца. У меня такие сочни получились, еще горячие. Я желаю вам приятного аппетита, всем добра, до новых встреч!